Школьники из поселка Харута приняли участие в конкурсе российского движения школьников на старт «Экоотряд». Очный финал стартовал в Москве 7 октября, а сегодня юные экологи вернулись в Нарьян-Мар. Группу харутинских школьников в аэропорту встречали журналисты телеканала «Север». На очный этап конкурса в Москву приехало более 40 экологических отрядов из 32 регионов России. Всего же в конкурсе участвовали более 750 экоотрядов, в их числе и наши земляки. На конкурс они представили проект благоустройства школьного двора. Чтобы реализовать свою мечту, для начала выиграли окружной грант в размере 30 тысяч рублей. Этих денег хватило на материалы. В проекте участвовали школьники, их родители, предприятия «Севержилкомсервис» и потребительское общество. Мы писали проект по благоустройству школьной территории, вот, облагородили школьную территорию, отправили на конкурс наш проект, благоустроили школьную спортивную площадку, покрасили мы все спортивный городок, так, засыпали песком ямы прыжковые, ремонтировали забор у школы, красили его. В рамках финала всероссийского конкурса на старт «Экоотряд» школьники проходили мастерские, обсуждали с экспертами насущные экологические проблемы и, кроме того, самостоятельно разрабатывали новые проекты по сохранению окружающей среды. Сейчас мы писали новый проект. То есть мы выявляли новую проблему экологическую в нашем округе и составляли план действий, цели, задачи. И защищали свой проект. Мы делали проект «Быть ли северной Мацесте?». Термальный источник Мубашор, который находится на территории нашего округа. Как бы. И мы писали проект по его благоустройству и его сохранению. Став участником экологического проекта, наши школьники выразили свою гражданскую позицию по вопросам экологии. И теперь смогут воплотить еще один проект в жизнь. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север».